Дорогие друзья, для начала хотелось бы передать слово автору данной скульптуры, данного произведения искусства, президенту Российской Академии Художеств, народному художнику СССР Зурабу Константиновичу Церетели. Мне молодежь, знаете, ко мне пришли и попросили создать образ человека, который правильно шагает, любит Россию и так далее. Я остановился на Шириновского. Я сейчас зависит от вас. Когда откроем, я буду на вас смотреть. Если понравится, ну, буду я рад. Если не понравится, он будет рад. Так что спасибо. И слово предоставляется лидеру ЛДПР, члену Государственного Совета России Владимиру Жириновскому. Горячие слова благодарности вам, Зураб Константинович, потому что вы действительно великий художник. Вот, и, по-моему, работали года два, вы вот урывками, не постоянно, но задумка была давно. Мы были рады, что он согласился, Зураб Константинович, потому что мы видим его памятники, скульптуры стоят по всей нашей стране и по всему миру. Можно, наверное, сказать, что это выдающийся художник не только нашей страны, но и всей планеты Земля. Мы просто не знаем никого другого, нигде бы мы не видели, не слышали, что где-то появились такие монументальные произведения.